Я стану тем, кто прервет череду побед этих демонов или погибну, пытаясь. В этом видео я целенаправленно решил поохотиться на киберспортсменов, которые набили страйки в дуэлях. Страйк — это серия побед. Важно понимать, что количество побед еще не означает их качество. Но я покажу вам дуэли с игроками, которые перед дуэлью со мной побеждали тех, кого я далеко не всегда могу победить. То есть, это очень серьезные противники для меня, особенно учитывая тот факт, что я не состою в киберспортивном клане и не слежу за нововведениями и актуальными фишками. Я постарался играть на реакцию, а также использовать старые добрые тактические штуки. Для меня дуэли получились весьма интригующими. Новички или те, кто не интересовался до этого баннерлордом с киберспортивной точки зрения, смогут почерпнуть здесь массу новых фишек при верном анализе видео. Ну а опытным игрокам может быть интересно на 17-й минуте видео, там чувак с ником Хейтер. Видимо, это чей-то фейк, может быть, вы определите по стилю его поединка, чей это фейк именно. Так, Сайбер, теперь опять тоже страйк, 8 побед у него. Это двуручник, меня бесит двуручник, как же я их ненавижу, суки, которые пикают. Двуручие на дуэли, падлы. Yeah.
Так. Аниме. Ну давай аниме. У двуручника быстрее скорость атаки. Ну да, да, сейчас он сделает вид, что все, он офкашит. Не хочет винстрик терять. Все, он одумался. Более того, он взял даже одноручник. Готов. Не смог он мне противостоять и с... Но это слив однозначно. Он просто с дуэли слился. Он проиграл с двуручником. Проиграл с наручником. Короче, решил выйти, чтобы меня обосрать. 5 побед. Двуручники грёбаные, у него колоссальное преимущество и в скорости, и в уроне, и в дистанции.
О, Халиб ибн Валид. 8 побед. Ни разу по мне не попал. Готов. 8 побед, жирный босс. Топор у него, сука, еще анимации такие кривые, блин. И он очень ускоренный. Хоть и короче он. Ну, короче, под него надо учиться играть. Он, видимо, умеет топором играть лучше, чем с мечом. Как он меня достал дальше, чем у меня меч, офигеть. Есть. Так, Голум. 2 победы. Я не помню, но он вроде крутой игрок на самом деле. Так что это по факту больше, чем 2. Считается за двоих. И тоже с двуручником. Ну что же вы такие предатели-то все? Они, им с двуручником они могут вообще, они просто машут и все, и все равно убивают. You pig! Die!
готов. Так, он решил реванш, он прям голым решил реванш. Красиво улетел. Хейтер какой-то опытный. У него 8-0. Он сейчас Орла с нулевым насухо разбил. То есть он одолел Орла со счетом 6-0. Орл его ни разу не смог убить. Важно понимать, что я Орлу проигрываю, если я не тренируюсь, если я не играю регулярно, я не могу победить Орла вообще. Вот, то есть мне нужно постоянно играть, реакцию набить, привыкнуть, рефлексы натренировать, поинтересоваться всякими фишками и так далее. Но я сейчас, опять же, не в форме. То есть это просто я постарался как бы выжить максимум, используя какой-то разумный подход. Ну, выложиться на полную, просто вот именно, чтобы винстрики снять, чтобы для вас видосик записать. А так, то есть чисто по рефлексам, по привычке, по всяким там метам и так далее, я абсолютно не в форме. Кстати, может быть, это чей-то фейк, потому что ни у кого из игроков такого ника в друзьях нету, а играет он лучше многих киберкотлет, которые у меня в друзьях есть. О, Максимус. У него 3 победы, но по факту, возможно, он здесь самый лучший игрок. Сейчас из находящихся на сервере. Он просто не успел еще больше набить, но уже размятый. Такого игрока просто ударить уже победа. Ух ты, это вообще. Одно очко в таком матче, это что-то, тем более даже он с топором. Yeah.
Какой же у него длинный рейндж? Топора, это капец, он вроде короткий, но такой длинный. Нихера себе, это что-то новенькое, видели? Урон до хера. Надо на топорах, конечно, сражаться с таким. На топорах надо. Готов. С локтя. Офигеть, было сложно. Блин, я его убил, жесть. С топором его победил, жесть. Так, трах. 13 побед. С клана троллей.
О. Ну, он очень опытный игрок. Блин, с него бы трусы сдернуть, 13, но вряд ли получится. Очень опытный. Боится, как ради жмется. Чешцы руки. Жесть, я с босса троллей трусы сорвал, 13 побед, вот это да, у него бомбануло, блин, он быстрее скорости света мне кидает, братку. Жесть, босса троллей, nice hitbox, он сказал.